Вы можете сесть удобно, закрыть глаза, услышать звуки, которые вас окружают, ощутить тот объем, который ваше тело занимает в объеме этой комнаты. Первый этап медитации – это слова. Повторяйте их мысленно. Я покой. Я окружен покоем. Покой меня укрывает. Покой меня поддерживает. В покое я в безопасности. Покой во мне. Этот покой мой. Все хорошо. Второй этап размышления. Вы можете подумать о покое, о том, как вы его понимаете, что он значит или мог бы значить в вашей жизни, о том, что могут значить эти слова: покой укрывает, покой поддерживает. И подумать об этом вы можете по-особому, как бы наблюдая за своими мыслями со стороны, как вы наблюдаете за тем, как течет ручей, позволяя мыслям течь, приходить, изменяться, уходить, как им вздумается. И мысли приходят и уходят, как птицы, которые пересекают небосвод. А небосвод сознания остается глубоким, ясным. И на следующем этапе мы используем ваше воображение. Вы можете представить себе, что прямо здесь, прямо над нашими головами, простирается безграничный океан покоя. Может быть, вы представляете себе покой как цвет или свет, или что-то вроде тумана, или что-то другое. Неважно. Правильно именно так, как вы себе представляете. И можно открыться и позволить ему войти в тело. И покой входит в тело и заполняет его, как жидкость заполняет сосуд, вплоть до кончиков пальца. И покой заполняет каждую клеточку. И на некоторое время остается просто ощущение покоя и комфорта. И тело с благодарностью отзывается на те несколько мгновений покоя, которые вы ему предоставили. И если приходит расслабление, можно позволить ему прийти и воспользоваться им.
и на следующем этапе, внутренне сохраняя состояние покоя, вы можете представить какую-то житейскую ситуацию из тех, которые тревожили или раздражали, и мысленно войти в нее, сохраняя внутреннее состояние покоя. И есть возможность оценить, как изменяется ситуация, благодаря тому, что вы в ней внутренне спокойны. Может быть, меняется ваше отношение к людям или отношение людей к вам, или что-то другое. И даже если это понимание не приходит сейчас, оно может прийти позже, когда вы будете к этому готовы. И вы отпускаете ситуацию и даете ей уйти и раствориться. И возвращаетесь на предыдущий этап, на котором просто позволяете телу испытывать состояние покоя и комфорта. Несколько мгновений. И вы возвращаетесь на предыдущий этап, на котором вновь позволяете мыслям течь. Это могут быть мысли, связанные с покоем, или не связанные с ним. И вы возвращаетесь на предыдущий этап, на котором вновь мысленно произносите слова: «Я покой. Я окружен покоем. Покой меня укрывает. Покой меня поддерживает. В покое я в безопасности. Покой во мне. Этот покой мой. Все хорошо». И еще несколько мгновений вы можете оставаться в этом приятном и комфортном состоянии. И когда вы почувствуете, что полностью готовы, вы можете сделать глубокий вдох, чуть-чуть потянуться и открыть глаза, и вернуться полностью присутствующими здесь и сейчас, сохраняя внутреннее ощущение покоя.